В мемориально-художественном музее Валентина Серова состоялся ежегодный усадебный праздник «Сиреневые дома» Тканова. Костюмированное открытие, конкурс пленэр, молодых художников, концерт, ярмарка народных промыслов, мастер-классы, поэтическая беседка, книжный шатер, катание на лошадях – все это и многое другое ожидало гостей праздника. И по мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, популяризация историко-культурного наследия Верхневолжья является важной частью работы по духовно-нравственному воспитанию, которое сейчас ведется в нашем регионе. Кроме того, подобные мероприятия способствуют развитию Верхневолжья событийного туризма. Этот весенний праздник напоминает об одном из важнейших событий богатой истории усадьбы дома Тканова – о первом визите сюда художника-акварелиста, земского деятеля, музейного работника Владимира Дмитриевича Дервиза, ставшего спустя некоторое время ее владельцем. В течение дня можно было принять участие в мастер-классах по рисованию, иллюстрированию отрывка из поэмы Пушкина Руслана Людмила, по скетчингу, изготовлению карамели, авторских кукол и других.